Ташкенте состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Ислама Каримова. Главы государств рассмотрели основные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и запланированный к проведению в Ташкенте саммит ШОС. Нурсултан Назарбаев прибыл в Узбекистан накануне вечером. Президент подчеркнул исторически дружественные отношения между странами. Цель состоит в том, чтобы их укрепить, отметил глава государства. В свою очередь, Ислам Каримов назвал визит Нурсултана Назарбаева востребованным для обмена мнениями по совместному поиску правильных решений в условиях мирового кризиса.